Пара пингвинов навестили пациентов медицинского центра Тривоун Хаус в британском городе Глостер. Перуанские морские птицы по кличке Прингл и Чарли стали посетителями тех людей, которые страдают деменцией. Такой сюрприз приготовили пациентам волонтеры. Они выяснили, что многие из пожилых людей хотели бы пообщаться с пингвинами. Как рассказала одна из координаторов мероприятия Ребекка Аллот, это помогло развлечь больных и улучшить их душевное состояние. Напомню, деменция – это приобретенное стойкое снижение опознавательной деятельности с утратой ранее усвоенных знаний и навыков. Это распад психических функций, происходящих в результате поражения мозга. Чаще всего заболеванию подвержены пожилые люди.